Меня зовут Виталий Гура, и сегодня я был гостем на Светлом радио Эммануил, и мы беседовали на такую тему, как христианское образование. И хотелось бы мне обратиться сегодня ко всем слушателям, ко всем зрителям с такой идеей, с таким предложением. Нам нужно больше и глубже познавать Иисуса Христа. Нам нужно учиться более качественно служить для Господа и приносить плод для Его Царства. Поэтому, если вы сегодня задумываетесь о том, как вам провести следующие 4 года вашей жизни, не переживайте, поступайте учиться в богословскую семинарию или библейский институт, чтобы мы могли больше потрудиться в это прекрасное время, когда мы можем проповедовать Слово Божие на территории всей Украины и далеко за ее пределами. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.